достаточно долго его ремонтировал, менял то датчик расхода воздуха, то... Сразу видно, что во втором цилиндре имеются проблемы. В самой нижней части сейчас видно. Добрый день, дорогие друзья. Вы снова на канале OMZAP. И с вами я, Роман. У нас автомобиль Kia Rio 2009 года выпуска с двигателем A5D. И почему у меня в руках эндоскоп? Совершенно верно. Мы хотим заглянуть внутрь цилиндра. А почему? А потому что владелец к нам приехал с жалобой, что у него двигатель неравномерно работает. И он здесь достаточно долго его ремонтировал. Менял то датчик расхода воздуха, то датчик... Еще какой-то у него датчик, катушка у него, по-моему, была неисправна. Но все это как бы на какое-то время приводило к улучшению. Мотор более-менее нормально стал, начинал работать. Но все равно мотор все время подтраивал. И с каждым разом троение это усиливалось и усиливалось. И сейчас настал момент, когда владелец уже сказал, все, хватит, надо окончательно решать проблему. Ну и выкрутили свечи из цилиндра, из мотора. Сразу видно, что во втором цилиндре имеются проблемы. Потому что свеча второго цилиндра самая темная. И по ней видно, что она масло подъедает. Остальные свечи старенькие, но более-менее относительно живые. Но второй цилиндр. Проблему надо искать там. Пойдем заглянем. Днище поршня в масле. Так, так, так. Холодная сторона. Но здесь проблема-то не... Хон стерт, конечно. Здесь основная проблема. Сейчас, сейчас. Вот она. Вот это основная проблема-то. Пробег здесь за 200 тысяч. И, к сожалению, клапан прогорел. Пришло время. Вот как. И седло он, по-моему, тоже повреждение имеет. Вот это. В самой нижней части сейчас видно. Ну да. Их. Ну, для сравнения, давайте опустим второй, третий цилиндр. Здесь, видите, поршень сухой. С небольшим масляным налетом. Холодная сторона. Задиры, конечно, есть большие. Хон стерт, самое главное. Его здесь не видно. Давайте на горячую сторону развернем. Хона не видно совсем, все стерт. Мотор выработал свой ресурс. И здесь, видимо, не вкладыши, не масложор, а вот клапан продуло, прогорело. Поэтому здесь произошла вот такая поломка. Какой из всего этого можно сделать вывод? Пробег под 200 тысяч. И неважно уже, сколько владельцев было у этого автомобиля. Заглянув в эти цилиндры, мы там увидели, что есть большой износ. Хон затерт, поэтому рано или поздно этот двигатель все равно бы пришлось ремонтировать. Просто в данном случае звезды сошлись таким образом, что здесь прогорел клапан. И... Вопрос остается только в том, имеет ли смысл его ремонтировать, либо купить БУ двигатель. Здесь нужно будет совместно с владельцем посчитать, прикинуть стоимость одного и второго варианта и уже выбрать то, что подходит больше для клиента. Ну а вы пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. И сами даже напишите, что бы вы выбрали в таком случае, ремонтировать либо заменить на БУшный. Ну а с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире.